Спортсмен-рецидивист задержан сотрудниками полиции на автозаводе. Со стоянки у Горьковского автозавода стали пропадать велосипеды. С помощью камеры видеонаблюдения удалось зафиксировать похитителя, а потом при похищении очередного велосипеда и задержать вора. Похищены велосипеды куда сбываете? Продал. Мы был ограничен гражданин, который, накинув на себя капюшон в куртке, пытался совершить хищение данного велосипеда. Сознаюсь, вовинул, сознаюсь. Ранее судимы вы? Да. По каким статьям? По краже. Кража чего? Велосипеда. Кстати, велосипедиста-рецидивиста за повторную кражу велосипеда могут ждать уже до 5 лет лишения свободы.